Угроза заразиться бешенством чаще всего исходит от так называемых бродячих животных. Чтобы не допустить распространения болезни и в целом обезопасить жителей Кирова от нападения собак, специалисты производят их отлов. Но это не помогает решить проблему. Почему? Расскажет Анастасия Шерстнева. Вот видите, они вот подходят, они никого не боятся. Ежедневно на улице Водопроводной местные жители сталкиваются со стаей собак. Говорят, ходить здесь вечерами страшно, вдруг нападут. Эта проблема, рассказывают, не решается здесь годами. Сейчас подрастает уже и новый выводок бродячих животных. Взрослым-то, в принципе, мы можем за себя постоять. Вот за детей, конечно, уже проблемы. У голодной собаки что может быть на уме? Никто их не знает. Конечно, всегда есть хотят. Они вот выходишь из машины, они около тебя уже стоят, смотрят голодными глазами, ждут, когда ты им что-нибудь дашь. Но не все жители опасаются животных. Анастасия Крязева признается, ей просто жалко этих собак. Поэтому изредка, но все же кормит их. Не голодные, бедные, сырые, никому не нужные. Мне чисто по-человечески их жалко. Лично я их кормлю. Я как бы, да, подкармливаю. С утра варим кашу маленькой. И параллельно мешаю кашу собакам. С начала года в Кирове поймали больше 2000 бродячих животных, рассказывает подрядчик по отлову безнадзорных питомцев Денис Петелин. В том числе здесь, на Водопроводной, в июле вывезли 19 собак. Но эти меры неэффективны, говорит специалист. Животных могут держать в пункте временного содержания лишь 10 суток. А затем, если хозяина не нашли и собака здорова, то ее стерилизуют и отпускают обратно. Причем на то же самое место, где забрали. Если даже животное стерилизованное, оно не изменит своих поведенческих никаких моментов, когда оно будет находиться в стае. Стая – это коллектив, у которого есть цель. Цель одна – найти себе пропитание. Поэтому вот эти бачки, которые с мусором стоят, они будут охраняться этой стаей. И любой человек, подходящий выбросить мусор, будет, возможно, атакован этими собаками. Проблему можно решить только в том случае, если в администрации города пересмотрят правила отлова безнадзорных животных, уверен Петелин. Кроме того, нужно принять меры, чтобы собаки не отпускались обратно в среду обитания, потому что иначе ситуация не изменится. Анастасия Шерстнева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дэвича.